показать вам покупки на Wildberries. Это деревянная игра тоненькая, головоломка, пазл, тетрис, в общем, назовите как хотите. Здесь в комплекте есть инструкция с картинками, которые можно собирать, ну, либо на свое усмотрение. В общем, такая развлекаловка, 180 рублей, по-моему, стоила. Полезно для мозгов. Так, ну еще одну легендарную игру — морской бой для детей и взрослых. В комплекте идет две вот таких игры с фишками, с кораблями. В общем, будем учиться играть в нее с детьми. Это стоило, сейчас скажу сколько. Так, игра стоила 384 рубля. А деревянная 185. Ну, как раз у нас еще целая неделя впереди дома. Будем учиться с детьми уже не просто рисовать, да, что-то такое, а более интеллектуальные игры. Потом распакую, покажу. Поехали. Так, распаковываем новую игру. Деревянные фигурки. Опа! И смотрим, что же у нас здесь входит. Набор. Так, игровое поле. Фигурки с двух сторон окрашены светом. И еще есть инструкция с различными фигурами. Алис, сейчас Кирилл. Потом ты. Вместе же в нее нельзя играть. Смотри, Кирилл, тебе может... Вот надо составлять так, чтобы свободные места заполнились. Например, эту сюда. Да. А эту вот сюда. А тогда куда вот эту? Или сюда нужно другую? Оп, смотри. Чик. И вот так заполняется. А это как? Ну это уже как у тебя фантазия будет работать. В общем, сиди, разбирайся. Фигурки выполнены из чего? Из такого тоненького, легкого дерева. О, я заполнил. Как будто бы они пластиковые, да, похожи? Но нет, это не пластик. Вот, у тебя получается. Здесь и палочки длинные. Есть. Нет, посмотри, а вот здесь может быть что-то другое подойдет. Или можно перевернуть. Вот. А можно вот так перевернуть. Ну-ка, давай попробуем так. Хоп, видишь? Переверну и заполнил. А есть, смотри, вот так я тебе покажу пример. Вот так поставил. Хоп. В общем, нужно пространство заполнять. Сейчас. Здесь вот есть варианты заполнения. Так можно или он так? Собрал почти всю. Куда? Молодец. Для первого раза это просто шикарно. Кирилл, вот Кирилл собрал почти всю. У него осталось две лишние детали. Пару деталей поменяли местами, и пазл сошелся. Интересно, Кирилл, тебе играть в эту игру? Интересно, Кирилл? Да, я еще хотел поиграть. Так, приступаем к распаковке морского боя. Что входит в комплект?
игровых поля для двух игроков. Соответственно, фишки белые — это для того, чтобы отмечать ходы, которые мимо. А фишки красные — ранен и убит. Также корабли. Значит, у нас должно здесь быть сколько? Один четырехпалубный, да? Два, да. Трех. Три. А, вот, три. Два, трех. А, подожди, почему? Ну, все правильно. А двухпалубных и однопалубных? Двухпалубных должно быть четыре. Ой, три. А однопалубных три, однопалубных четыре, думаешь, да? Да, думаю, точно. Делим пополам тогда. Это трехпалубный, трехпалубный, четырехпалубный, четырехпалубный, трехпалубный, трех. Так, три двухпалубных. Угу. Так, и четыре однопалубных. Все, поровну. Так, теперь. А вот это для чего? Здесь. А, это просто корабли потом вот здесь вот крепятся, угу. Когда складываете игру. Здесь крепятся корабли. Так, а сейчас мы их расположим на поле уже. Тогда садись напротив. Нет? Ну, не подсматривай. Ладно, давай поделим фишки. Еще красные и белые. А вот на этом поле вы отмечаете противника. Плохо буквы, плохо видные цифры. Плохо-плохо? Да нет, нормально, чего плохо. Красные. Тебе красные. Мне. Больше, побольше. Итак, теперь расставляем корабли. Подожди, я еще не в ячейке. Так. 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 Так, свои корабли я уже расставила и готова к борьбе. Я выиграла. Мы играем с Алисой. Алиса с первого раза убила однопалубный, потом был один мимо и сразу четырехпалубный. Представляете? Да, я убила. Мы договорились так, что у нас корабли не соприкасаются ни сбоку, в общем, ни по диагонали, никак. Соответственно, для упрощения задачи я сразу отмечаю белыми точками пустые поля, где не может стоять корабль. А теперь Алисин ход. Алиса называет. Называй, где может стоять корабль. Ну, букву, цифру. А7. А7. А7 мимо. Значит, хорошо. Ставим беленькую мимо. Так, теперь ждем. А1. А1 мимо. И сюда ставим тоже мимо. Так, а можно перья, Алис, на закон? Подожди, а ты себе тоже ставишь? Да, я себе тоже ставлю. Давай. А зачем? Давай. А, ну давай. Ну, давай. На всякий случай. Давай. Так, давай, знаешь что, В7. Чё, В7? Мимо. Эх, мама, давай. Ну, ладно, следующий был твой. Теперь... Мой? Папа стреляет. А, так, хорошо, давай. D3. Мимо. Давай, называй, Алис, ты теперь. Я? Угу. К9. Угу. К9, мимо. Угу. Г5. Г5? Ранил. В5. Мимо. Г5. Ранил. Молодец. Г5 ранили. Вот смотри, дальше у нас корабль куда может идти? Либо вниз, иди ко мне, либо влево, да? Угу. Сверху нет, пусто, тут мимо. А где кусок? Здесь тоже не может.
А куда ты его дел? Хорошо. Тогда... Неси сюда. Давай. Тогда... Б5. Не Б. Вот у тебя Г было, ты следующую называешь. А, В5 тогда. В5 мимо. В5 мимо. Хорошо. Значит, мы уже что понимаем, Алис? Куда идет корабль? Вниз. Правильно. Д4. Молодец. В4. Д4 мимо. Г4. А, Г4 мимо. Надо говорить буковки, ну, и цифры. Буква. Г... Шесть. Г6. Ранил. Молодец. Сейчас еще и трехпалубный. Следующее вниз. Мы же знаем, что он только вниз идет у нас. Тогда Г7. Убит. Молодец. Буква А. Так, Г7 убили. Ура! Молодец. Сейчас мы отметим еще вот эти клеточки.